Многоуважаемая Наталья Владимировна, дорогие отцы, братья, сестры, наши дети, дорогие наши артисты, позвольте сердечно от души всех поздравить сегодня с величайшим праздником, праздником радости, историческим таким событием, пришествием в мир Бога-младенца Иисуса Христа, для того, чтобы мы с вами стали подобными Богу. Господь вочеловечился, принял плоть человеческую и пришел на землю, чтобы мы стали подобными Ему. Это величайшая тайна, великое событие безмерной любви Божией к нам всем. И вот сегодня, сегодняшний этот вечер хотелось бы поблагодарить наших артистов, детей, всех, кто принимал участие в этом спектакле и порадовал всех сегодня уже вот второй раз в этот праздничный рождественский день в 2 часа и 18 часов. Спасибо вам, мои дорогие, побольше нам таких сказок, спектаклей. Я очень рад тому, что наша югорская земля сегодня, она восполняется вот такими духовными спектаклями, концертами, сказками, которые все больше и больше обнимают наших детей и наших людей. Мы развиваемся и идем в правильном пути. Побольше таких мероприятий. Я надеюсь, что везде по всем нашим городам проходят подобные мероприятия в сегодняшний день и на протяжении всех рождественских святок. Милость Божия, что можно сказать? Слава Богу, что мы живем такое прекрасное время. С одной стороны, вроде бы трудное, а с другой стороны, оно самое интересное и самое лучшее, если посмотреть на историю. Слава Богу за все. Еще раз всех поздравляю с праздником Рождества Христова и благодарю всех за участие. Храни всех Господь с Рождеством Христовым и с новолетием. Тянет сердце.